Мерхаба, с вами Илья Брижак, я живу в Мерсине, в Турции, и в этом видео будет сразу два выпуска в одном. Как снять квартиру в Турции и в каком районе Мерсина это сделать? Какими источниками пользоваться, какими не пользоваться? Как общаться с турецкими риэлторами? Почему больше нет русскоговорящих риэлторов? В каких районах Мерсина нужно снимать квартиру? За сколько реально сейчас можно снять себе квартиру? И почему именно в Мерсине? Затягивать не будем, смотрите видео обязательно до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и погнали! Формат следующий. Я рассказываю о районах Мерсина, говорю о ценниках на аренду в этих районах и попутно объясняю, как снять эти квартиры. И начнем мы с района Мезетли. Мы находимся в районе Мезетли. Мезетли – это спальный район. Если мы возьмем, например, характеристику каждого из районов, то центр – это Енишехир. Там вся движуха, там везде эстетика, там красота. Возьмем Ак-Денис, это район, в который я не советую вообще ездить, если вам туда не надо, например, в Гёче, да, или вы сильно не хотите чего-нибудь прикупить, типа там золотишко, там просто это будет дешевле и гораздо больше. Кстати, свадебные платья, там всякие вот эти штуки для свадьбы, это все в Ак-Денис, парадоксально. И район Мезетли, он очень большой, в него входит район Тедже. И район Мезетли – это спальный район. Здесь спокойно, здесь тоже можно свободно отправлять детей от них гулять на улицу в любое время дня и ночи, с ними ничего не случится. И здесь есть как плюс, так и минус. Плюс – то, что именно в районе Мезетли начинается пляж. Тот пляж, в котором можно купаться, когда море чистое. Еще раз подчеркиваю, когда море чистое. Если кто не знает про море Мерсина, смотрите вот сюда, в это видео, все поймете. Ну и, собственно, минус этого района – то, что это не Енишехир. Да, здесь тоже классно. Да, если вкладывать в недвижимость, то сюда тоже нужно вкладывать. Да, если, например, жить, здесь много школ, здесь инфраструктура вся развита. Здесь есть замечательный торговый центр, который называется Соли. Он небольшой, но здесь, в принципе, можно купить практически все, что вы захотите. Там какие-нибудь шмот прикупить, еды какой-то. Здесь есть вот большой магазин Гроссери, здесь же рядом Мигрос. В общем, это место, которое вокруг себя создает большой движ. Здесь же, если вам нужно, вот прям за моей спиной, куча банкоматов, которые сейчас ни на одну российскую карточку не работают. Точнее, карточка МИР работает, только взирая от банки. Но снимать нужно рано-рано утром, когда привозят деньги. Иначе придут другие русские и снимут все до вас, а вы будете думать, что карточка МИР не работает. Но до Енишехира, до района, до центра Мезетли еще далеко. То есть здесь определенные части, которые на окраине Мезетли находятся, перед там Давул-Тепе, перед Тедже, которым еще строится и строится, которым еще делать и делать инфраструктуру. Да, дома здесь строят уже красивые, сите большие, с бассейнами, там, с аквапарками, но это не Енишехир. Но здесь чуть-чуть дешевле, здесь гораздо комфортнее. Ну и, в принципе, тут прикольно. Давайте теперь поговорим о том, кому подходит район Мезетли, сколько здесь стоит аренда квартир, если кого-то интересует покупка и так далее. Начнем с конца. Квартиры здесь купить можно. Здесь строящихся объектов в районе Мезетли очень много. И это, скажем так, один из минусов. То есть ему еще строится и строится, по крайней мере, с краю. Здесь внутри самого Мезетли уже мало квартир, домов, которые строятся. И если они строятся, то это уже дорого. То есть это сравнимо с ценами в Енишехире. На аренду. На аренду 1 плюс 1 здесь уже не найдешь. Это какие-то там моменты, которые вспыхивают, но их быстро забирают. 2 плюс 1-3 плюс 1 здесь стоит 8-11 тысяч лир в месяц. Естественно, как и в большинстве случаев в Турции, придется заплатить за полгода вперед. Если вы будете торговаться, может быть, за 3 месяца вперед получится договориться. Плюс депозит, плюс комиссия. Для кого подходит этот район? Это спальный район. Здесь очень много школ, очень много детских садов. Турецких школ и детских садов. И это место для семей. Но чтобы вы понимали,
для, скажем так, прогрессивных семей это место не совсем подходит, потому что здесь, ну, реально тихо. Здесь есть вот одна улица, которая там вокруг соли, D400, да, вот этот, скажем так, Курмыш. Здесь живенько, здесь шумно, здесь много людей, там куча банкоматов, как вы видели, да. Но во всем остальном Мезетли тишина и покой. Здесь очень много стариков, здесь очень много детей, но здесь есть классные сите, типа там а-ля два блока с бассейнами, с аквапарками, спа, сауна, хамам. Здесь такое можно встретить. Контингент. Как и микрорайон ТДЖ, входящий в состав Мезетли, весь Мезетли сейчас активно заполоняют русские. То есть буквально месяца три назад я жил в доме, где у меня было пару соседей, которые из Украины, из Беларуси, из России. Сейчас весь дом принадлежит русскоязычным арендаторам. Соседний дом тоже весь в русских. Через улицу дома там куча русских. То есть заходишь сейчас в торговый центр соли, стоишь возле банкоматов, и везде ты слышишь русскую речь. То есть, если мы, например, переложим картинку на Махмутлар, то происходит практически то же самое, что там было лет 5 назад. То есть сюда, в Мерсин, на данный момент все больше и больше русскоязычных людей приезжает в силу того, что здесь цены на недвижимость гораздо ниже, чем в той же популярной Анталии, Алании, чем тем более в Стамбуле, тем более чем в Измире. Вот. Поэтому дефицита в русском общении здесь на ближайший год, то есть в ближайшей перспективе, совершенно точно не будет. Русские школы. Болезнь многих родителей. Типа, вот мы поедем в Анталию, в Аланию, и там будут русские школы, где наши дети смогут учиться. Ребята, вы понятия не имеете о том, что ваш ребенок, который ходит в 1-4 класс, выучит турецкий язык за 2-3 месяца. И причем, если он приедет в школу, в турецкую, и вообще не будет не понимать ни слова. 2-3 месяца он выучит язык наизусть. Район Енишехир – это центр находится, он, естественно, тоже на карте в центре. Вот он, смотрите, именно как он выглядит на карте. И если вы любите комфортную жизнь и переезжаете сюда большой семьей или небольшой семьей, то это самое лучшее место во всем городе. И это лучшее место во всем Мерсине с точки зрения безопасности. Здесь вы можете в любое время суток и дня, и ночи отправить своего ребенка, которому 14, 10, 12, 6, 5 лет, одного гулять на улицу, хоть ночью, хоть днем, и с ним ничего не случится. Но делать этого все равно я не рекомендую, на всякий случай. Здесь в пешей доступности находится торговый центр Сая Парк. Прям недалеко вот отсюда, я, кстати, его вижу с крыши моего дома. Форум тоже торговый центр. Это самый большой торговый центр здесь, в Мерсине. Закрытые территории жилых комплексов, бассейны, там, аквапарки. Все это про Енишехир. Какой здесь живет контингент? Конечно же, в центре всегда люди живут с достатком, и сюда стремятся люди с достатком. То есть, если переводить, например, на рубли в данный момент, то 14 тысяч лир – это порядка 50 тысяч рублей. Вот точная сумма. И такую сумму себе не каждый может позволить на то, чтобы снимать квартиру в месяц. Кстати говоря, если мы говорим про однокомнатные квартиры, ну, то есть 1+1, то в Турции, по крайней мере, в Мерсине, вы их уже не найдете. А если найдете, то вы счастливчик, вам повезло, берите то, что осталось, и будет вам счастье. Но справедливости ради, 1+1 – это самый ликвидный и ходовой товар. То есть его найти, а, сейчас сложно, и, б, он не такой дешевый. То есть, грубо говоря, если вы ищете, например, квартиру 2+1, да, которая будет стоить 10-11 тысяч лир в месяц, но в данный момент, наверное, уже чуть-чуть повыше, типа 11-12, то если вы добавите всего лишь 1000, то у вас уже будет 3+1. Енишехир очень большой, и самая его классная часть для жизни – это западная часть этого района. То есть восточная часть, которая граничит с районом Ак-Денис, но это уже такое себе. Об этом я чуть позже расскажу. В Енишехире есть огромный плюс. То есть весь район Енишехир расположен на набережной, и вы можете вот сюда вот прийти в любой момент. Я не знаю, если живете где-нибудь на Университетской улице, можете пройтись примерно 20 минут. Кто-то, если ближе снимает, меньше минут пройтись. С эстетической стороны здесь красиво, и здесь очень безопасно. В данный момент воскресенье, и здесь вообще народу нету, потому что
по секрету скажу, в воскресенье Турция вымирает. Вечерами здесь люди играют в баскетбол, когда сильно жарко. Баскетбол, теннис, футбол. У них тут есть какая-то еще игра, когда они типа через теннисную сетку ногами играют в мяч. Здесь куча детей, куча народу каждый вечер. И здесь есть марина. Марина – это... Ну, это нужно просто приехать и увидеть, что это такое. Но это, в общем, такое место, которое находится на берегу. Вот сейчас оно у вас на экране с высоты птичьего полета. И здесь просто офигительно. Давайте немножечко остановимся на моменте, как снимать квартиры. Ребята, во-первых, существует в Турции два рынка недвижимости. Это русскоязычный рынок недвижимости и туркоязычный рынок недвижимости. И эти два рынка, в принципе, друг с другом никак не соприкасаются. То есть русские сдают русским, точнее, русскоговорящие сдают русскоговорящим, турки сдают туркам. Это не какая-то вражда, просто вот так повелось. Потому что турецкие квартиры, они могут выглядеть несколько иначе к тому, и это сильно отличается от того, к чему мы привыкли. Но в данный момент русскоязычных риэлторств, в которых остались квартиры, нету. Точнее, квартир у русскоязычных риэлторов нету. Их сняли 21, 22 и 23 сентября. Все подчистую. Остались только турецкие сайты. Типа sahibinden.com и вот эти трудновыговариваемые слова. Вот, на них есть еще квартиры. Как их искать? Перемещаемся на сайт. Заходим на сайт Sahibinden с телефона. Чтобы не было на турецком языке, нужно просто поменять язык на английский. Вводим английский язык. Нас выбрасывает с приложения, теперь все у нас будет на английском языке. Чтобы снять квартиру, нам нужно перейти в Real Estate, Residential, For Rent. Дальше выбираем квартиру из 88 тысяч предложений. Мы нажимаем на фильтр, нам нужно ввести адрес, Турция, провинция, например, это будет город Мерсин, и выбираем район, допустим, это будет Енишехир. Здесь вы можете выбрать Махалеси, вот буковками МХ обозначен на русский язык, это микрорайоны. Выбираем хаотично, Барбарос, второй микрорайон. И важная деталь, район может быть открыт, а микрорайоны, некоторые в нем, могут быть закрытыми. Переходим дальше, и вот что предлагает Sahibinden. Когда вы видите, допустим, вот такую цену, 120 тысяч лир, это цена сразу за год, то есть 10 тысяч лир в месяц. Квартира 4 плюс 1 на 8 этаже из 8-этажного дома. И посмотрим еще один какой-нибудь вариант. Например, вот этот. За 15 тысяч лир в месяц. 120 квадратов брутто, 100 квадратов нетто, 2 плюс 1. Возраст дома 3 года, 22 этаж. Сразу написано, какой депозит 15 тысяч лир, айдат 450 лир. Нажимаем на description, можно посмотреть, что есть в этом доме. Тут, видимо, есть сауна и все остальное. И теперь, с недавних пор, турки также все пишут на русский язык. То есть, вот, чуть ниже пролистываете и видите, что там все написано, что в нем есть. Детский пляж, зал пилатес, фитнес и так далее. Дальше мы нажимаем на location, и он выдает точку, где находится эта квартира. И чтобы найти квартиру в Турции, у вас есть сейчас 2,5 варианта. Первый вариант – это, если вам посчастливится, найти риэлторское агентство, у которого на балансе еще остались квартиры, у русскоязычного агентства, я имею в виду, и снять квартиру через них. Это самый легкий и самый удобный способ. И, наверное, ну, более-менее дешевый. Второй вариант – заморочиться с турецким сайтом. Для этого вам либо понадобятся помогаторы, которые умеют общаться с турецкими риэлторами, либо переводчики, которых вы будете нанимать, и с помощью них искать на турецких сайтах квартиры, либо воспользоваться онлайн-переводчиком. Вот как это делается. Смотрите, вы заходите на sahibinden.com и переводите все на через Google Chrome, например, переводите все на русский язык. Там все будет криво, косо, но
Там все понятно, это аналог нашего русскоязычного Авито. И вбивая там определенные параметры, вам просто выдает автоматически сайт те варианты, которые подходят по вашему техническому заданию. Вот и все. Далее что вы делаете? Вы пишете в онлайн-переводчике, например, такой текст. Вот сейчас proof. Здравствуйте, меня интересует эта квартира. Сдаете ли вы ее под ВНЖ и готов ли собственник идти к нотариусу, если мне понравится квартира? Все это переводите в переводчике онлайн, копи-паст, вставляете на турецкий язык и вам отвечают или не отвечают. Кстати говоря, очень важный момент, что турки могут просто не ответить, потому что им надо звонить. И именно вот для этого нужен переводчик. Кстати, у меня есть замечательный переводчик, берет всего 1000 лир за рабочий день. Главное, не забывайте кормить. Если нужны контакты, пишите мне в Instagram переводчик. Возвращаемся к Юнишихиру. Я живу в этом районе, и это самое охуительное место во всем Мерсине. Здесь есть буквально все, от мала до велика. Рестораны, кафе, самые лучшие рестораны, детские сады, школы. Теперь, кстати говоря, здесь очень много садов и школ, в которых очень много русскоязычных детей. Поэтому вашим детям будет совершенно не скучно в них ходить. И они могут, ну скажем, по-вашему, адекватно ассимилироваться. Спортивные площадки, поликлиники, больницы, эстетическая часть. То есть для меня на самом деле это очень важно. Я думаю, и для вас это очень важно, потому что, когда ты ходишь по улицам где-нибудь в ТЖ, там, ну, мягко говоря, везде стройка. Вот, здесь уже все абсолютно готово для жизни. Здесь все причесано, здесь все красиво, здесь везде клумбы, фонтанчики. Ну, в общем, красота, надо приезжать и смотреть. И ценники на все это, важно понимать, соответствующие. То есть, чтобы снять здесь квартиру 2 плюс 1, 3 плюс 1, вам нужно от 11 до 14 тысяч лир в месяц. Плюс, естественно, вы заплатите комиссию риэлтору, причем у туркоговорящих агентов комиссия может быть не так, как у нас стандартная, сколько в месяц ты платишь за аренду, столько и комиссия. Здесь может быть комиссия 20 тысяч, 15 тысяч, и 6 тысяч, и это никак не зависит от ежемесячной размера оплаты вашей арендованной квартиры. Вот так, по крайней мере, работает риэлторское агентство в Турции. Плюс, естественно, залог. Если у вас есть собаки там или какие-то животные, то будет двойной залог, может быть, тройной залог, но опять же, с животными искать квартиру сейчас больно, серьезно. Мы сейчас находимся в районе Акденис, но Акденис очень разный. У меня за спиной, скажем так, фасад улиц, а сейчас мы идем назад. Здесь у нас Акденис такой, в который ночью, в ночное время суток, лучше вообще не заходить. Вот пока здесь светло, мы здесь только припарковались и начали кое-что подснимать. К нам уже подошли мужчины. Мужчина один подошел и такой, типа, какого хера вы здесь делаете? Но вот так здесь принято. Здесь ночью я не рекомендую где-то ходить, смотреть что-то, гулять. Вообще, в вечернее время суток забывайте про него. И если мы говорим про Акденис, то честно, сюда я не просто не рекомендую заселяться, чтобы получать ВНЖ, а отговариваю от этого. Акденис на карте находится в восточной части Мерсина. И этот район выглядит плюс-минус как-то вот так. Чтобы вы понимали, Акденис сам по себе хороший район, интересный, он супер колоритный. Здесь очень много сирийцев проживает, очень много цыган проживает. И мне кажется, на этом можно ставить точку. Но мы все-таки разобьем эту тему, чтобы вы понимали, что такое вообще район Акденис. В Мерсине есть два района Акденис. Акденис большой, который находится вот здесь, где мы сейчас, и микрорайон Акденис в районе Мезетли. К нему мы вернемся чуть позже. То есть эти два района путать нельзя. Район Акденис, в котором мы находимся сейчас, небезопасен для ебанджи, то есть для нас с вами. Ебанджи в переводе на турецкий язык переводится как иностранец. Так вот, сейчас здесь движ, здесь люди, вот сейчас здесь люди смотрят, как мы снимаем, ходят, вот кто-то машет мне рукой, мераба, вот. Но это происходит сейчас, пока не стемнело. А когда вы ночью сюда приедете, ребята, вы можете остаться в прямом смысле слова без штанов. И я не рекомендую здесь находиться после захода солнца.
Как вы можете заметить, за моей спиной стоит полиция. На кадре это не видно, но полиция стоит вон там и с этой стороны. Здесь, в этом районе, везде стоят копы. Но они именно на страже правопорядка и безопасности. А находясь здесь ночью, вы офигеете от сине-красных проблесковых маячков. То есть копы, конечно, здесь есть, но на все то беззаконие, что здесь происходит, копов не хватает. Чтобы вы понимали, здесь, вот, например, вот на этой улице можно купить абсолютно все. Хотите золото, хотите наркотики, оружие, все, что только вы можете себе представить, здесь можно купить и продать. Например, в Турции, говорят, запрещены всякие айкосы, электронные сигареты. Так, пожалуйста, приходите сюда, я не знаю, как эта улица называется, приходите сюда, здесь вы купите все, что угодно, и это будет стоить, в принципе, недорого. Вот, собственно, эта улица, на которой продается все и вся. Здесь, в принципе, безопасно. То есть сейчас с нами ничего не произойдет вообще, ничего страшного. То есть вот от слова совсем. Но ночью здесь, если бы я снимал, у меня уже не было бы и телефона, и, я думаю, часов, ничего абсолютно. Вот. Здесь, чтобы вы понимали, квартиры стоят от 4 до 5 тысяч за 1 плюс 1 в месяц. Но, ребята, это квартиры, которые, ну, блин, вы бы в них не захотели жить. Люди, которые, например, нам часто пишут, мне часто пишут директы, говорят, вот, посмотрите, район Ак-Денис, там и гостиницы дешевые, там и квартиры дешевые, ребята, ну вы просто приедьте сюда, переночуйте в отеле, а одну ночь пройдите, прогуляйтесь, и у вас все вопросы сами собой отпадут. В этом районе очень много сирийцев. Так много, что они здесь вот плодятся, будем так говорить. Ну вот, чтобы вы понимали, насколько четко здесь работает полиция, вот смотрите, здесь прям витрина, абсолютно стеклянная, и типа машинку можно забрать, но ее никто никогда не заберет, потому что одно дело дать кому-то по башке и снять с него часы, а другое дело разбить вот эту витрину, и тебя посадят на очень-очень долго. То есть, как вы могли понять, контингент здесь не самый лучший, в этом районе не самый образованный, и семьям сюда приезжать и обосновываться я не советую. Буквально в 15 минутах езды на машине или час пешком, и вы там буквально будет линия такая улицы, которая дает понять то, что переходя через улицу из Ак-Дениса, вы сразу попадете в Йенишехир. И вот там уже, в принципе, безопасно. Но, опять же, я не рекомендую даже снимать квартиру в восточной части Йенишехира. Вот, потому что западная часть Йенишехира гораздо лучше, гораздо богаче. С точки зрения инфраструктуры в Ак-Денисе тоже все есть. Но здесь все скомкано, здесь все тесно. И здесь многое сделано для турок, для курдов, для сирийцев. То есть этот район, он, скажем так, на этот контингент заточен. Вот. И русскоязычным, то есть нам с вами, здесь не понравится. Кстати, когда вы приедете на рандеву в Гёче, вы попадете именно в Ак-Денис. И проходя по этим улочкам, вы сразу поймете, что это Ак-Денис. Его невозможно перепутать ни с Мезетли, ни даже с Тедже, где там сплошная стройка и везде грязь пока, ни тем более с Йенишехиром. Теперь давайте обсудим такую важную тему, как стоимость аренды в этих районах квартир и есть ли вообще сейчас в Мерсине еще квартиры. Начнем, как всегда, с конца. Квартиры в Мерсине есть, но основная масса этих квартир находится, как я уже говорил, на турецких источниках, там их и нужно искать, и большая их часть сосредоточена в Ак-Денисе, где я не то что не рекомендую, а отговариваю вас снимать квартиры. В Йенишехире, в Мезетли и в том числе и в Тедже, в микрорайоне Мезетли, очень мало квартир. Если мы говорим про такие, как 1 плюс 1, их здесь вообще не осталось. То есть, если всплывает где-то какая-то квартира 1 плюс 1, и вы ее ищете, тут же ее забирайте, не глядя, потом разберетесь. Главное, чтобы вы входили в ваш бюджет. Если мы говорим про такие квартиры, как 2 плюс 1, они заканчиваются. Осталось штук 10, и то где-то там их нужно выковать.
выковыривать, искать, и мне такие неизвестны. Если мы говорим о самых неликвидных вариантах, таких как 3 плюс 1 и 4 плюс 1, то есть по русским меркам 4 и 5 комнатные квартиры, то во всем Мерсине, в том числе в Енишехире, и в Мезетли, и в Тедже, их полным-полно. Но ценники варьируются от 10 до 14 тысяч лир в месяц. И оплата, как правило, за полгода, за год вперед. Плюс, естественно, комиссии, плюс, естественно, депозиты, и это больно. Но, ребят, вариантов нет, потому что если мы будем сравнивать эту ценовую политику с той же Аланией, Анталией, где вообще уже ничего нету, остались только закрытые районы, то это гораздо дешевле. Если мы посмотрим на Стамбул, на Измир, то это еще дешевле. Мои люди из Гёче в Мерсине и в Аланье не рассказали ни о каких отрицательных моментах, поэтому пока тишина, ребята, можете смело сюда ехать. В Мерсине все районы, которые я сейчас перечислил, открыты для ВНЖ. Соответственно, вы можете сюда приезжать и снимать квартиры, подходящие под ВНЖ. В общем, переходите в мой телеграм-канал, там в закрепе сообщение со всеми закрытыми махале, это значит микрорайонами, переводя на русский язык, в которых снимать квартиры у вас не получится. Соответственно, исключаем эти районы, и во всех остальных районах и махале, то есть микрорайонах, вы можете снимать квартиру. Ну и, наверное, осталось добавить мой личный совет о том, стоит ли приезжать сейчас в Мерсин, стоит ли вообще ехать в эту сторону, там рассматривать какие-то пригороды типа Анамура, Селивке, Эрдемли и других микрорайонов, которые находятся, скажем так, в пригороде Мерсина. Я сюда советую ехать только потому, что а. здесь тепло, б. здесь безопасно и здесь выдают ВНЖ. Ну и, наверное, для многих сейчас это очень важный фактор. Здесь гораздо дешевле, чем в другой Турции. В общем, принцип я вам уже объяснил, и вы все абсолютно можете сделать сами, допуская какие-то ошибки или не допуская. Если что, можете просить нашу помощь, мы вам с удовольствием поможем. И приезжайте сюда начинать новую жизнь. Ну что, ребят, будем заканчивать. Я надеюсь, что вам многое стало понятно. Если непонятно, пишите в комментариях свои вопросы, я по возможности буду на них отвечать. Ставьте обязательно ваши лайки. Ребята, ваши лайки помогают продвижению контента. Не ленитесь, не жадничайте. С вас только лайк, а с меня очень качественная, полезная и 100 раз проверенная и перепроверенная информация. Ну и увидимся в следующем видео. Görüşürüz.